На самом деле вкус шоколада зависит даже от температуры воздуха в помещении, где вы собрались его съесть. Так вот, идеальные условия – это от 22 до 24 градусов тепла, умеренная сухость и дневной свет. Шоколад не любит перепадов температуры, а значит, ему не место в холодильнике, иначе он потеряет аромат и полезные свойства. Ученые доказали, что темный шоколад не просто полезен, а в некоторых случаях даже необходим. В нем содержатся микроэлементы, которые понижают давление. Темный шоколад – помощник для зрения и настроения. Шоколад действительно может быть полезным, и самый полезный сорт шоколада – это, конечно же, темный с содержанием какао от 55% и выше. В молочном шоколаде содержится меньше какао, но больше сахара, и это серьезно вредит фигуре. А вот белый шоколад и вовсе шоколадом не является. В нем не содержится ни грамма какао, а для шоколада это обязательное условие. Подчеркнуть вкус и аромат шоколада способны некоторые продукты. Вкус молочного шоколада лучше всего раскрывают цитрусовые, арахис и даже бекон. Темный же специалисты рекомендуют пробовать с соленой карамелью, виноградом или морепродуктами. Чтобы получить и удовольствие, и пользу от шоколада, его тоже нужно правильно съесть. Идеально разделить шоколад на сегменты. Ни в коем случае шоколад не стоит жевать. Просто задержите небольшой квадратик во рту, дайте хорошенько потаять, и таким образом вкус шоколада максимально раскроется, и вам не удастся переесть. Регулярное употребление качественного шоколада улучшает память и способность обрабатывать информацию. В одном небольшом ломтике порция серотонина – это скорая помощь, если нужно поднять настроение.